Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин представил экологическую стратегию региона. Убрать мусор из рек, озер и прудов Московской области планируют в ближайшие 3 года. В список программы расчистки 100 водных объектов попало и Малаховское озеро. К 2023 году рабочие соберут отходы из водоемов и с берегов. Также в Подмосковье приступили к ликвидации несанкционированных свалок. Устранить их полностью планируют к 2024 году. Андрей Разин отметил, что к появлению незаконных свалок ведет нарушение правил обращения со строительным мусором. В связи с этим с 1 июня запрещен перевоз отходов без регистрации в региональные информационно-навигационные системы и наличие цифрового талона. В городском округе Люберцы оставить крупногабаритный мусор можно на контейнерной площадке «Мегабак». Особое внимание уделяют разнообразию флоры и фауны Подмосковья. К 2026 году планируют увеличить площадь особо охраняемых природных территорий. Среди них Томилинский лесопарк. Здесь обитают более 25 видов птиц и свыше 300 растений, которые внесены в Красную книгу.